Добрый день, дорогие коллеги, друзья. Меня зовут Александра, я эксперт по испытаниям компании Сингента в агроцентре Елец. Совсем скоро в нашем агроцентре начнется сев озимой пшеницы. Одним из важнейших элементов технологии возделывания культур является норма высева. Очень важно правильно определить оптимальную норму высева в штуках на гектар, также правильно ее рассчитать в килограмм на гектар и настроить правильно сеялку. Сегодня мы вам покажем, как мы настраиваем нашу сеялку. Итак, для того, чтобы настроить сеялку, нам понадобится калибровочный лоток, ведро, весы и некоторое количество семян, которые уже засыпаны в сеялку. Сеялка имеет два колеса дозирования – обычное колесо дозирования и колесо дозирования мелкосемянных культур. А зимую пшеницу будем сеять с помощью обычного колеса дозирования. Также есть несколько положений рычага регулирования нижней заслонки. В нашем случае установим рычаг в нижней заслонке в положении 3 и полностью открываем раздвижные жалюзи. Для начала поставим указатель рычага управления коробкой передач на значение 45. Также мы видим на нашей сеялке таблицу, по которой мы можем определить количество оборотов опорно-приводного колеса для высева 1/40 гектара. В нашем случае сеялка 3-метровая, радиус колеса равен 16. Таким образом, для высева 1/40 гектара нам необходимо выполнить 38,5 оборотов опорно-приводного колеса. Устанавливаем калибровочный лоток в направляющую воронок и начинаем настраивать нашу сеялку. Итак, после того, как мы прокрутили наше опорно-приводное колесо 38,5 раз, тарируем весы, высыпаем семена из наших калибровочных лотков, взвешиваем наше ведро с высыпавшимися семенами. Таким образом, при значении 45 указателем рычага управления коробкой передач на 1/40 гектара у нас высевается 5 кг 115 грамм. Исходя из нормы 220 кг на гектар, на 1/40 гектара нам необходимо высеять 5,5 кг семян. Рассчитывая методом пропорции, значение, на которое нужно поставить указатель рычага коробки передач, получаем значение, равное 48,3. Перед тем, как установить указатель рычага коробки передач на нужное нам значение, необходимо довести его до нуля и поставить на нужное нам значение и прокрутить несколько раз опорно-приводное колесо. Освобождаем наши калибровочные лотки. И прокручиваем наше опорно-приводное колесо еще 38,5 раз. И у нас получается значение 5 кг 545 грамм высевает наша сеялка на 1/40 гектара. Для подтверждения результата проведем повторный замер нормы высева. Итак, у нас получилось, что наша сеялка высевает 5 кг 495 грамм на 1/40 гектара. Итак, наша сеялка готова к посеву озимой пшеницы с нормой высева 220 кг на гектар. Вам хороших урожаев и до встречи в полях!